По традиции, хоккейный сезон открылся матчем чемпионата Московской области. «Стандарт» Менделеева принимал команду «Строитель» из Железнодорожного. Несмотря на то, что в первой половине игры менделеевцы вели со счетом 2-0, соперникам удалось их догнать и свести встречу к ничьей – 2-2. Регламент чемпионата не предусматривает овертайма и буллитов, поэтому обе стороны заработали по одному очку. Такой результат огорчил местных болельщиков, ведь «Стандарт» является действующим обладателем Кубка Московской области и одним из главных фаворитов соревнований. Тренер и игроки объяснили, почему не смогли добиться победы. Ну, в связи с отсутствием должного финансирования на сегодняшний день, поэтому таков результат. Мы смазали предсезонную подготовку, потому что команда должна была готовиться на искусственном льду для того, чтобы подготовиться к сезону. Она отсутствовала. Ну, и если вопрос не будет решен финансовый, ну, трудно нам будет. К сожалению, в городе Менделеев нет искусственного катка, поэтому наша команда зависит от погодных условий. Но хорошо, что в этом году зима началась пораньше, не как в прошлом, и была возможность немножко потренироваться перед началом сезона. Хоккейный клуб «Стандарт» существует с 1959 года. За него в разное время играли олимпийский чемпион Виталий Прохоров, двукратный чемпион мира – вратарь Александр Еременко, двукратный чемпион СССР Игорь Мишуков, мастера спорта международного класса Сергей Воронов, Юрий Кузнецов, Александр Кабанов. Первым тренером «Стандарта» был Николай Урюпин, нынешний вице-президент Федерации хоккея России. Последние 39 лет клубом руководит Игорь Евгеньевич Батылин. Раньше «Стандарт» принимал участие в областных и российских первенствах. Сейчас клуб играет на районном и областных уровнях. Главная проблема менделеевского хоккея – это отсутствие катка с искусственным льдом. Осенью и весной хоккеисты не могут полноценно тренироваться. Им приходится заниматься только общей физической подготовкой в зале и ждать зимних морозов. Каждые выходные с 5 до 8 вечера в хоккейном клубе «Стандарт» проходят открытые катания. Каждый желающий может прийти сюда абсолютно бесплатно. Екатерина Фойкичева, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение.